3 сентября 2017 года. Зал CrossFit Невель. CrossFit Невель бокс. Сверху столовая. Холодильник, мойка. Там продаются футболки, продаются одежда. Туалет, раздевалка, тренерская. Собственно, да, там выход. GHD, гантели, гири, мячи, кольца, раз, два, три, четыре, канаты 4 штуки. Это вот один зал. Это вход в другой зал. 4 Skyerg. Интересные резинки для занятия. Гимнастические подставочки, коробки для запрыгивания, шины, 2 аэродайна, гимнастическая дорожка, CrossFit Kids, уголок, рама для персонального тренинга, еще 2 пары колец, 4 каната, большая рама и с кольцами, 7 дорожек для гребли. Сэндбэги, канат, свет, пуш. Бамбу-бар. И тут проход такой насквозь в тот зал. Доски для прибита на стену, забираться вверх с помощью рук. Рамы носить. Волбол, обмат, резинки, гантели, 5, 7 с половиной, 10, 12 с половиной, 17 с половиной, 21, 22, 25, 23, 35. Окей. Мужская раздевалка. 3 душевые, там еще есть душевые. По лестнице поднимусь. Можно купить футболки, одежду. Стол покушать, холодильник.
улица. Okay.